Новая березовая роща запустила свои молодые корни в благодатную почву Карачаево-Черкесии. Посадка белоствольных красавиц участники патриотической акции «Сад памяти» в очередной раз увековечили память погибших в Великой Отечественной войне. Фатима Даурова присоединилась к историческому событию. Площадку под будущую березовую рощу сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики за несколько дней до посадки подготовили основательно. Место выбрали не случайное. Оно расположилось в Усть-Джигутинском районе при въезде в аул Новая Джигута. В первую очередь характеристики мы подбираем почву, чтобы то, что мы посадили, чтобы труд не зря вот стольких людей. Главное, почву подбирали. И чтобы все равно погода непредсказуема, пытались, чтобы заезд был нормальный, и чтобы именно эта порода саженцев, чтобы принялась тут и выросла, чтобы потом нас радовали. Участников акции приветствовала замминистра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Ляшова. Она выразила слова благодарности за проявленное неравнодушие и активность. С каждым годом количество желающих принять участие в патриотической акции становится больше. В этом году к студентам кафедры «Лесное дело» присоединились их малые собратья – активисты движения школьных лесничеств. Это было такое долгожданное для них, когда нас сюда позовут. Поэтому дети наши очень, то, что в школьном лесничестве, у нас есть неурочная деятельность, именно школьное лесничество. И мы с Бискесским лесокомбинатом все это, с лесхозом, все это проделываем с детьми. Я думаю, это будет очень продуктивная работа, потому что мы не будем начинать с нуля. Эти ребята уже готовы, и они, думаю, будут поступать к нам, и мы их вырастим из них первоклассных специалистов. И, конечно же, как Диана Салховна всегда подчеркивает, и мы это понимаем, мы будем восполнять вот этот дефицит, сильнейший дефицит кадров в лесной отрасли и вообще в целом Министерстве природных ресурсов, потому что ну, он имеет место быть. Чтобы растение в дальнейшем приносило радость, лицезрение его красотой и стройностью, важно внимательно отнестись к процедуре посадки. Существуют некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Учитывается внешний вид и отсутствие признаков болезней. Что касается размера, то лучше всего приживаются и легче адаптируются саженцы не более 1 метра ростом. Сейчас на площади в 50 соток высаживают 500 саженцев белоствольной березки. Через некоторое время их развесистые ветви будут отдавать тень в полуденный зной. Каждое дерево – это память о чьей-то жизни и героическом подвиге. Более 200 участников акции сегодня разом приобщились к благородному делу. С трассы теперь будет открываться красивый вид на ряды грациозных красавиц. Символ березы имеет особое значение для России. Только у нас ее образ раскрывается полностью, красочно и чувственно. Она одухотворяется и становится частью страны. Точно как эта березовая роща станет символом памяти о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.